Привет всем высшим, и сегодня мы будем искать свою любовь на просторах Mountain Blade. Причем мы не только найдем свою любовь, но и также заработаем денег за счет нашей средневековой барышни. Но, как вы понимаете, путь средневекового Альфонса довольно сложен и извилист, и не все его поймут. Бонжур, ёпта. Так или иначе, я создал персонажа из Вландии, потому что терпеть не могу конницу, но вы можете создать любого другого. Вы можете создать девушку, вы можете создать мужчину, а можете, я не знаю, трансгендера. В любом случае, все в ваших руках. Но в плане навыков, да, конечно, будет проще, если мы выставим себе обаяние, но это не столь важно, и вы можете распределить так, как желаете нужным. Конечно, мы можем тратить время на борьбу с бандитами, но знаете, есть способ куда быстрее прокачаться и разбогатеть, а именно вымогать деньги у имперцев. И вот мы нашли свою первую жертву, лорд по имени Ира. Вообще, мы можем приставать к любому лорду, но так уж получилось, что мы встретили Иру. После чего мы начинаем постоянно объявлять ей войну и заключать мир. Причем в момент заключения мира мы можем вымогать у нее все, что у нее есть. Это могут быть лошади, это может быть какое-то ее снаряжение или же ее деньги. Причем буквально все. И вот прошло несколько минут, а Ира и ее компаньоны нам уже улыбаются. И это несмотря на то, что все это время мы у них вымогали всех их лошадей, все их деньги и в принципе заработали свой первый капитал, который мы можем потратить на прокачку кузнечного дела или на свою первую броню. Как вы понимаете, заработать таким нечестным путем в начале игры можно довольно много. И да, подобное срабатывает только на имперцах. Я пробовал при всей моей любви к Вландии с ними, но у меня не получилось. Конечно, довольно странно, что именно таким образом мы прокачиваем свои отношения с кланом и персонажем, у которого мы вымогаем деньги. Но, видимо, мир Mountain Blade настолько суров, что это уже норма. Что ж, на этом, пожалуй, мудрость всего ролика подходит к концу. Напишите обязательно в комментариях, считаете ли вы этот способ читерским, ну, так быстро разбогатеть и найти себе заодно невесту. Или же это в порядке вещей. В любом случае, странно, что подобное работает только на имперцах. Но в любом случае, на этом, пожалуй, все. Ставьте лайки, подписывайтесь и да, пока-пока. И до скорого. Берегите себя и своих близких.